году, 1 сентября, было принято послание президента Республики Казахстан. Это ежегодное послание. Но данное послание, наверное, очень актуально в том плане, что очень много внимания было обращено в сфере экономики, здравоохранения, образования, в сфере региональных вопросов. И особенно это важно, потому что много вопросов касаемо решения всех социально-экономических задач в постпандемический период. Послание 7 приоритетов, но я считаю, одним из самых главных приоритетов – это приоритет, связанный с образованием. Было отмечено, что статус педагога будет повышаться из года в год, принятый ряд законов. Но самое важное, наверное, было то, что президент отмечает, в данный момент на международной арене очень важна роль наших выпускников. Но так как устаревают знания, необходимо, чтобы выпускники обладали новыми технологиями, новыми реалиями, необходимо изменение учебных программ, которые бы могли дать стране конкурентоспособного молодого человека.